Пушкина такая, это баллада из жизни одного человека. В ней каждая строчка является отдельной главой. И очень сложно было бы перевести на английский. Эту песню перевел на английский Дэниел Кан. Мы начали с идеи непереводимости. Принципиально таких песен, которые каждая строчка должна остаться за отдельной главой. И все-таки эту песню он не только перевел на английский язык, но даже и сочинил ей баскетбола. Два продолжения в таком же объеме. Я один из них перевел уже на русский. Поэтому я сейчас буду петь эту песню. В каком месте сделать лучше? Чем? Это уже начинается оригинальный текст Дэниела Кана. Поэтому он сначала будет по-английски, а потом по-английски, а до этого наоборот. Песня называется «Жизнеописание Раш». Сейчас попробую ее петь. Как слышите музыку? Мне осталось спеть еще, мне нужно спеть еще две песни. Но это очень петь. Одинаковые 72 лет, я буду. А работал над мамой, часы золотые украл, его посадили в тюрягу, а он из тюряги сбежал. Его посадили в тюрягу, а он из тюряги сбежал. Жил в тундре, корнями съедался, скрывался в поселке одном, чтоб паспорт отдывшей назвался, менты позабыли о нем. Чтоб паспорт отдывшей назвался, менты позабыли о нем. A Russia who worked for a jeweler, a watch made of gold he did take. They locked him away in the cooler, and later a Russia cage. They locked him away in the cooler, and later a Russia cage. He lived off a root in the tundra, and he for a while in the town. He traveled around as a wanderer, by police he never was found. He traveled around as a wanderer, by police he never was found. He burned both his passport and papers, and lived as a groom to his guide. The cops, they forgot the whole caper, he grew a long beard to his thighs. The cops, they forgot the whole caper, he grew a long beard to his thighs. Курьерство построил избушку, густой бородою оброс, ставил молодую подружку, построил как нею всерьез. He built a schoolhouse made of cardboard, and wanted to never pay rent. He attracted a pretty old girlfriend, and they had a serious argument. Я бы пошел по дороге, в деревню к сектантам попал. Впервые услышал о йоге, почитель в Библию стал. Исправил себе документы, поехал работать в Москву. Дружили с ним там чеченцы, курить научили тропу. He went to a religious commune, and knew without yoga and God. The papers to go work in Moscow, where men taught him how to smoke pot. The papers to go work in Moscow, where men taught him how to smoke pot. He hypocritically sold him a wizard, за шкаде тянули в годах, вручили желанную визу, а в Раша уехал куда? Вручили желанную визу, а в Раша уехал туда. He then was invited to Haifa, for years he was refusing. He then got the visa he tried for, and went to the commerce he would make. Кибут захотел это брать, он жил там 14 лет. Частенько стал думать о Раше, купил до Казани билет. He started to think about Russia, to Казани speak his voice. The realtor became our Russia, as a tourist the globe he did trot. He sold many luxury apartments, and lived a luxurious life. Big money became his department, him and the girl from Chicago, his wife. Риэлтор стал в России, продал многостойкую квартиру, почувствовал баки большие, объездил туристов весь мир. Почувствовал баки большие, объездил туристов весь мир. Невесту нашел из Чикаго, подарком там скорый зовет, семья
бумага, и сделайте я самолет. И я крикну перед мной, у них родились сыновья. Жена полюбила другого, и хоть до распала семья. They bore them out in Seattle, and gave birth to several sons. His wife fell in love with some asshole, and finally the marriage was done. And Russia became a Greenpeace member, and fell deep in love with a guy. He started to work on his memoir, and he invited his mother, oh my! He started to work on his memoir, he invited his mother, oh my! And Russia told him that he was in the field of war and peace. We didn't have a parnишку в люфта, потому что ты в Америку май. Почитывал доктора Сюза, у двухметрового пса. Пропал пиздюка, поверил ты сука, комьюнити ворк занял гад. He bought a two-meter-long hound and memorized Dr. Seuss's words. He was baptized in Jesus be found in volunteer charity work. Of Russia, at the midlife crisis, he sold all his records and books. He bought on the books at low prices and took on a decaf and blues. Of Russia, but you come on quality. Купил бы мешок и прийти, платил деньги, книжки распродал, придал синдикатский вид. He sailed all the way to Korea, and hunted rare species of whale. In Bangkok he vomited diarrhea, so back to Seattle he sailed. Пригнал свою судно в Карелу, стрелял там по резким титам, под горы схватил диарею, вернулся в Сиэтл и был там. He went to his cousin in Phoenix, and worked as a salesman of cars. He invented reusable Kleenex, at night he would study the stars. A Yekosinatical Phoenix, машинами там торговал, придумал двухразовый Kleenex. Ночами по звездам гадал, and then was abducted by E.T. They took him up into their grasp, and what happened next was so shitty. There you don't even ask. Хорошо почистили эти ракету свою на кисли. Ой, что было в этой ракете, и дальше понять не смогли. Хорошо woke up in a cornfield, and he tried to announce to L.A. He worked for a while in the cornfield, he sang his own tea every day. Прочукался в поле попкорна, отправился с копом в Л.А. Снимался немножечко в порно, причинка мочой в своей. Russ, he took a much needed vacation, and traveled to Europe with Key. He had an exchange operation, and lived in Berlin as Marie. Смотался, решился сменить телефон, стал машиной на лыжах катался, верни мне квартиру нашел. He worked in the Jewish museum, they gave him a special display, the people paid extra to see him, he told them how to stay on way. Работал в еврейском музее, имел свой особый дисплей, на него там собаки глазели. He took a prescribed medication and frequented attended bars. His lover called to his patients. He healed them by giving them scars. Oh, who shall it be? Petrova, by the bar of the deal. With Yamelos or the Polota, only through my kind of nature. He adopted a baby from Haiti and sold her to tourists in France. He noticed he was getting weighty, so he practiced aerobical dance. Now Butch is to get the young boy, французским Луизом продал. Стал тесно подошли в баянку, ходил заниматься спортом. He contracted the rare meningitis, and almost died from the disease. But the scientist said he was righteous, so they put him in cryogenic freeze. Болел неимбитом опасным, чуть было не помер потом, но научно был признан прекрасным, положен был в комнату в дом.
A Russia is left in cold storage. They blew up the nuclear boom. The world went into a new stone age, and the caveman discovered his doom. Он спал в холодильнике шоры, по времени ядерный взрыв, и снова стал дикой природой, а в Рашарсе был еще жив. Сегодня коли отогрели, и теплых хотели прожрать, но ум повелел им, чтоб пели, и стали они напевать. They sold out his body with fire, and wanted to eat him alive. But he woke up and started a choir. He told them sandals and jive. И последняя песенка, которую я хочу спеть, совместно по-русски и в совместном переводе, если успею, займем храм, ну, по крайней мере, спою по-русски. Оно называется «О чем это я?» Жила-была девочка Нина, любила она армянина, а рядом с ней девочка Дина, она полюбила грузина. Жила была девочка Лида, любила она Альбадина, а рядом с ней девочка Люда, она полюбила верблюда. О чем это я, о чем это я, о чем это песня моя? Она о любви, она о судьбе, она обо мне и тебе. О чем это я, о чем это песня моя? Она о любви, она о судьбе, она обо мне и тебе. А была девочка Роза, любила она жена Роза, а рядом с ней девочка Ната, она полюбила Юната. Жила была девочка Кина, любила она Буратино, а рядом с ней девочка Лена, ей нравилось просто полено. О чем это я, о чем это я, о чем это песня моя? Она на сне, она на мечте, она в мой красоте. О чем это я, о чем это я, о чем это песня моя? Она в мечте, она на мечте, она в святой простоте. А была девочка Вера, любила она Гулливера, а рядом с ней Карлик Сережа, любил Гулливера, он тоже. Была девочка Надя, ей нравился собственный дядя, а рядом с ней девочка Мотя, ей нравилась Надина тетя. О чем это я? О чем это я, о чем эта песня моя? О грешной душе, о крестном пути, о том, куда нам все идти. О чем это я, о чем это я, о чем эта песня моя? О смертном огне, о вечном огне, о детском льдах ко мне. Там друзьям и подругам, о дальних краях и разлуках, о долгих объятиях смешанных. О горьких слезах безутешных, о нашей смиренной юлоре, о нашей мучительной боли, о нашей железной дороге, о нашем неведомом Боге, о нашей любви, о нашей судьбе, о нашем мне и тебе, о нашей доске, о нашей мечте, о нашей былой красоте, о нашей душе, о нашем пути, о том, куда нам все идти. О страшном суде, об адском огне, о детском рыдает по мне. Мы начали с того, что эту песню не переводим. The was a young lady, Diana, she loved a guy from Indiana, and there was a lady named Anna, and she loved a guy from Montana. There was a young lady named Marion, and she was an octogenarian. There was a lady named Pearl, and she was in love with a squirrel. What does this mean? What does this mean? What does the song really mean? The song is about love, the song is about faith, the song is about money. What does this mean? What does this mean? What could it possibly mean? The song is about love, the song is about faith, the song is about you and me. Was the young lady named Cherry, and she used to love the tooth fairy. And there was a lady named Lauren, and she was in love with a Warren. Was the young lady named Lena, and she loved the young entertainer. And there was a lady named Lena, and she loved an old vacuum cleaner. What does it mean? What does this song really mean? Songs about dream, songs about race. Song is about foolish ways. Was the young lady named Annabelle, and
She was in love with a cannibal. And there was a small guy named Scoob. And he loved the cannibal too. There was a lady named Susan. And she was in love with her cousin. And there was a lady named Annie. And she used to love Susan Granny. What does this song really mean? It's a prodigal soul, a Calvary Road, the place where we go. What does this mean? What could it possibly mean? A funeral fire, an eternal fire, a old friends and relations, of distances and separations, the soul of our tender embraces, and sad be their tears on our faces. All of our torments and pain, of unending long distance strain, of the sorrowful place we go home, of our God who is truly unknown. Song of our love, our destiny, the song about you, about me, the song of our dreams, the song of our grace, the song of our peaceful ways, the song of our soul, of all Calvary, of the place where we all gotta be. The list of our names, the infernal flames, and the who are we being for me? Shame and made of open devotion, man and
Ты алый, ой, милый, обе ноги, помилуй, шею, старушка не спешала, ты дал в компоту, барона подрожи, красавица моя, юристы, ла-ла-ла, а мир без купили, ой, сердце,